Стрелочный комплекс. Остановка работает в режиме подъема. Следующая остановка – пионерлагерь имени Гагарина. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами. Не переходите дорогу перед следующим транспортом. Переходите улицу только на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руку. Ожидая автобус, троллейбус или трамвай, не стойте близко к краю тротуара.
Остановка «Поворот на землю». Следующая остановка «Погоди». Уважаемые пассажиры, будьте вежливы, уступайте места людям с ограниченными возможностями, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Транспорте доступна единая сеть Wi-Fi. Чтобы воспользоваться услугой бесплатного доступа в интернет, подключитесь к сети MT-Free. Совершение автовандализма или других противоправных действий или записи передается в правоохранительные органы.
поселок Филимонки. Следующая остановка. Деревня Марьево. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. О забытых вещах и подозрительных предметах сообщайте водителю. Остановка. Деревня Марьево. Следующая остановка. Школа.